Привет, команда, привет, зрители, с вами Пират, и мы продолжаем играть Террарию 1.3 на эксперт моде, и уже в режиме хард мода, так как в прошлой серии мы победили стену плоти. Если вы не смотрели, то серия на канале уже, можете посмотреть. Так, ну что ж, сегодня нам надо, так скажем, руду надобывать. Хотя бы ее сделать, для того, чтобы у нас руды побольше появилось, нам надо поразбивать алтарей в искажении. Поэтому сейчас я бегу в искажение. В нашем мире оно находится только вот с правой стороны, и больше его нигде нету. Вот и сказал, что больше его нигде нету, и у нас откуда-то тут взялось искажение. Не понял. Откуда тут искажение? Ладно. Смотрите, тут еще классный остров, надо его заскринить. Так, 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 так. О, офигенно. Я сделаю потом фоточку. Что это за... А, это эти, я понял. Тут теперь у нас будут ходить мумии разные. И издавать вот такие звуки. О, тут у меня еще и сундук какой-то есть. Что в нем? О, нифига. Выпьем зельку, чтобы светиться. Так, вот сейчас мобы, видите, стали... Ой, ой, 75 урона! Видели, ребят? Это же просто жесть какая-то. Как так много урона может наносить нам моб? Это... Офигеть. Нам надо срочно... делать себе новую броню. Так, ну что ж. А, я ж тут могу спуститься. Ага, спустился, короче, называется. Хардмод нас встретил тепло. А, там же был медик, я мог похилиться. Так, медик. Так, еще звездочка. Накрафтим себе стрел. У меня у них уже 400. Неплохо так. Хотя, в принципе, луком я не так часто пользуюсь. Так, спускаемся. Ага, а вот и наши вот эти штуковины. Палладий нам добавился. Мифрил нам добавился. Ой, какие злые эти духи. Пипец, их тяжело убивать. А чё их так много тут? Ты чё за шаг меня... Ой, так я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну с такими темпами. Офигеть просто можно. Титан. Палладий. Куда я упал? И умер сразу же. Понятно. Титан, палладий. Там немножко наспавнили. В принципе, я могу быстро проразбивать и... убежать или телепортироваться, а то их много очень появится, этих духов. Я не помню, по два духа, по-моему, появляется из одного разбития вот такого вот, вот такой вот штуки. Так, спускаемся. Оп. Разбили. Мифрил. Титан. Ну вот как они мне столько урона наносят? Как мне с ними драться? Отлично. Ну хоть троих убил,
как-то более-менее быстро. А чё я такой медленный? Вот они всякие палладий, мифрил, титан снова, отлично. О-оу. Выстрелял. О-оу. Так, неплохо. Мы все еще живы. Надолго ли это? Ой, как я это сломал. О-оу. Отстаньте. Я застрял. Но пока я справляюсь с ними. Окей. Так, надо собрать денежку. 70 серебра поднял, офигеть. Две голды у нас. Ой-ой-ой. Вот так вот. Кого я подобрал? О, зелье света. Блин, еще один дух, и он снизу подлетает. Просто надо от них убегать вот так в сторону. Вау, это что выпало? Так, зель купим. Как-то я пока держусь. Мифрил. Ой-ой-ой, там слишком много вот этих летучих. О-оу. По 15 урона. Вы это видите? Это что за жесть такая? Как так можно убивать кого-то? Ох уж эти призраки. Оу, по мне попали. Нет. Пипец, урон маленький по ним проходит. Это же жесть какая-то. Как их убивать? Мне надо оружие посильнее. О, нет, червь. По один урона? Один урона, ребят. Вау, просто вау. Червей я пока еще убивать не могу. В общем, тяжело выбить эту руду. Надо за своими 3 голдами вернуться. У нас есть еще 15? Что? Почему так мало? Ладно.
Эта пушка более-менее еще дэмажит нормально. Все остальное просто по один урона, там по 10. Это вообще никакой урон. Пойдем теперь в эту сторону. А, ну тут у нас быстро закончилось. Я вижу там сверху еще. А, знамя пожирателя душ. Отлично, надо его где-то тут повесить. Только убью вот этого пожирателя. Порчащий. Он все портит просто. Потому его так назвали. Оу, их четверо. Вот еще один подлетает сейчас. Или он там просто стрелять будет? Это тут что-то застрял. Ну пока он там застрял. Окей. А как он там застрял, кстати? Как долго? Как долго их убивать? Где мое золото, точно? Я его нашел или еще нет? Походу еще нет. О, золото, золото. Две голды у меня. Ладно, походу нашел. Один, титан, палладий. И что у нас тут? Титаном. Титаном какой-то, ладно. В общем, добыли, по-моему, все. Думаю, этого достаточно, можно копать. Что ж, телепортируемся нас. Так, и зачем я? А, за зельками пришел. Так, тут у нас вот это. Пойду посмотрю. Гид. Где гид мой? А, понял. Что-то он переехал у нас. Тут же жил. Мне тут удобно было, когда он тут жил. Где он? А, прям тут ходит, а я его не вижу. Так, что ж, где наши зелья? Зелья на поиск руды. Золотая руда, лунный свет, мерцающий корень.
Платиновая руда. О, отлично. Платиновая руда, луносвет и мерцающий. Мерцающий у нас есть, а вот насчет луноцвета я что-то не уверен. Луноцвет. Есть 4. Мерцающих у нас, конечно же, есть. Вот так. И платиновая руда. Все, мы можем крафтить. Ого, сколько зелий мы можем скрафтить. Зелье сменило пола. Не, спасибо. Это мне не надо. Так, вот таких накрафтим. Так, отлично. Берем свой. Видите, у меня немного всего потратилось. Платиновую руду и железную руду тут можно оставить. Да, это то, что нам надо. Так, забери. Там, по-моему, еще. Или это Палладий, или это Купер. Я еще не уверен. Но это Палладий. Отлично, то есть мы собираем нам нужную хардмодную руду. Это что? Нифига. А, то его так легко насобирать? Я думал, тяжелее будет. Так, отлично. Снова вот эти штуковины. Они меня больше всего бесят. Они пипец сильные. О. О, отлично. С этим мы справились. Так, о, я вижу там Палладий. Тут цветок странный. Стрэндж. Странное растение. А не цветок? Ну, растение, цветок. Почти одно и то же. Карту пока отключим. О, там сундук есть. Я не видел его. Интересно, сколько мне надо палладиевой руды на... то, чтобы скрафтить кирку. Не думаю, что очень много. Так, веревку нам не надо. Это нам не надо. Это нам тоже не надо. 3 древесины нам тоже не надо. Блин, все, что выбросил, все вернулось мне. Представляете? Статуи пока возьму. Уйди, ты че? О, отлично, смотрите, сколько там еще руды. Сколько же у меня хлама? Так он меня не сможет убить с помощью этого щита. Точнее, даже урон не может мне нанести. Вот сейчас я поторопился немножко, и он не смог нанести все-таки. Так. Ладно. 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 Ой. Этого тоже у меня нету, кстати. Тут где-то был Палладий, я помню. Много его, да. Вот и разница между Купером и Палладием, точнее медью и Палладием. Он намного краснее. Ну как, чутка краснее.
Как-то... Да. Сто урона. Видели? Тупо 100 урона. Как так? Как можно с ними сражаться, если они с одного... С 4 ударов меня убивают. Все, надо себе добывать больше медной... палладиевой руды и крафтить даже броню. Чтобы они так... Ой, а чё так темно стало? А, зелье, наверное, закончилось. Ночного видения. Сначала деньги. Сюда. И потом я хотел... Ага, давайте сразу руду. Сколько у нас слитков-то получится? Нифига, 67 слитков сразу же. За первым разом нашел. И что мы можем с них крафтить? Сколько нам надо? Ай. Так. 24. 18 плюс 24. 30. 42. Можно броню скрафтить. 42, 44, 54. Слушайте, нам на броню хватает. Ха-ха-ха. А кирка 18. Блин, чутка не хватило, надо было еще одну вот эту найти. О, я нашел, что я скрафчу. Так, крафтим кирку, потому что нам надо добывать руду нею. Так, старую можно, в принципе, продать. Поднимись. Божественная... Да, в принципе, с нее мы уже все. 130 мощность, тут 100, да. Все, кирка у нас есть. Дальше пошли. 49. Можно броню или меч. Давайте меч, в принципе, мы защищаться будем ним. Очень хорошо. Так, меч. Наш меч мы в сундук положим. Вот так. Муромаса, прощай. Ну и слитка я пока сюда положу. Пускай стоят тут. Там, где им и положено. Ну что ж, кирка и меч у нас есть. Мы уже в хардмоде. В следующей серии пойдем добывать еще руды. Легендарная палладиевая кирка. И массивный палладиевый меч. 18 к размеру. Нифига. Я не знал, что даже такое есть. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр. С вами был я, Пират. И если вам понравилось, не забываем ставить лайк, подписываться на новые серии. Всем пока, ребят.